Всем привет, друзья и гости канала, меня зовут Дмитрий Кэт. Сегодня мы поиграем в игру под названием Euro Truck Simulator 2. Ну, посмотрим, что за игра. Ну, в принципе, я играл в эту игру, просто увидел, что многие блогеры, игроки играют сейчас, стримят, и решил я тоже прокатиться на машинках. Ну, собственно, заводим. И там давайте говорить там отключаем передачу, там надо, ну, проедемся, посмотрим города, так, по бокам смотрим обязательно. Погнали. Так, вот моя передача. Девятая. Все-таки это Mercedes. Машинка, конечно, немедленная. Наваливает, конечно. Вот, автоматически тоже можно, да? Так, ну давайте, в принципе, поддержим. А в принципе, что я? Ну, типа, по зеркалам для плана или чего? Сейчас прямо встать, да? Без проблем. Так. Вот так прямо становимся. Аккуратненько. Так, ребята, аккуратненько. Заезжаем. Конечно, не с первого, но сойдет. Отлично. 362 евро, да, и 46. Так, уровень не с первой пока что. Ну, сейчас. Вот такой у нас гаражик. Так, Mercedes, короче, выбираем нагрузы. Давай быстрее прогружайся. Вот. Прогрузилась. Ну, давайте возьмем. Нужно довести груз за час 12 минут. Я думаю, в принципе, мы справимся. Так. Давайте сразу отправимся. Зеркала убираем, заводим. Ну, трогаемся с первой передачи. Так, 221 километр. Так, что у нас? Века. Так, погнали.
Ага. Едем, ребята, едем. Так, светофоры горят. Можно. Погнали. Газончики всякие посажены. Ай. Чё я говорю? Так, ну чё там? А, да. Я думал, уже заехал. Штраф, думаю, добыл. Всё, можно. Погнали. Только километр проехали. Так. Будем соблюдать правила дорожного движения. Мы не будем нарушать, ребята, где постараемся. Сообщение пришло какое-то. Ладно. То есть... Так, главное сейчас наши прицепом этим. Ничего. Ну, можно полететь. Сейчас мы все погнали. 10-я передача. Так, смотрим. Нету никого, можно. Все. 73 километра едем, в принципе, нормально. Нужно здесь 80. Хорошо. Будем 80 ехать, по-моему, вот так. Не спеша никуда. Ну, в принципе, машине такой фуре. Фурам положено ездить 90, не больше. А на этой фуре можно на весь педаль. Сейчас покажу, ребята. Так, так, давайте посмотрим сейчас. Так, вот, ограничитель скорости, собственно, геймплей. И вот ограничитель скорости. Ну, в принципе, пускай меня стоит по умолчанию, так как нарушать не будем. Поехали. То если с ним можно ограничитель скорости, то здесь быстро будет. Короче, нарушить немного будет. Поля всякие, да. Так, 11-я передача. Так, я, ребята, думаю, еще буду снимать за удар. Как вы видите, у меня, ребята, комп. У меня, в принципе, не комп, у меня новый. Комп я буду уже покупать, когда буду учиться. Ну, я буду, ну, вот, а когда уже буду зарабатывать, буду уже себе комп покупать. Сейчас хожу я в 10 класс. Ну, отучусь. И, ну, когда уже стану зарабатывать, то тогда уже буду уже комп покупать. И тогда будем стримить. Ну, я думаю, если к тому времени еще, блин, это вот YouTube не удалят. Так. Или куплю ноут, потому что, как, ну, кто знает, вышел комп, ну, уже выпустили. Asus, короче, фирма Asus, ну вот, мощный, он, короче, все игры тянет по максималке, все игры на него идут, короче, ну вот, я как смотрел в магазине, то он около 10, ну это на белорусский, я в Беларуси живу, 10 миллионов где-то,
88 миллион. Короче, комп все, короче, на максималке. Все тянет, не подвигивание. Мощный, короче. И обогреватель системы. Короче, этот вентилятор у меня он гудит, когда нагреется. Ну, там не сильно гудит, но тоже слышно. А тот Asus, у меня ноут называется Dell, а тут Asus. Там, короче, 4 динамика стоит, 2 сверху и 2 снизу. И, короче, эта система, ого, система охлаждения, короче, она тихо. Даже ее не слышно, как она, как компьютер охлаживается. У меня так гудит. Не сильно слышно тоже. Так, насчет модов, ребята. Насчет модов я не знаю, буду снимать или не буду, потому что FPS тоже тянет много. FPS всякий, короче. Комп я практически не держу. У меня там 30-45 FPS. Ну, посмотрим. Что будет, то будет. Потому что не во всех есть компы сильные. Там здесь заправка. Так, сколько? 105 километров еще, да? Нормально. Ну, ребята, это Евротрак вышел в каком-то 11-12 году, да? Там, блин, в интернете много написанного. То 11, 12, 13 вообще год. Ну, игре уже почти 4-5 лет почти, а все играют в нее, да? Ну, больше в Евротрак играют, чем в Американ Трак. Ребята, в чем отличие American Track от Eurotrack? В том, что там машины другие и карта другая. Аризона. И Америка называется. Это Eurotrack. Здесь фуры такие простенькие, а там Volvo. Америка. Блин, бывают в некоторых местах такие небольшие пролагивания. Так, мы идем 90, сколько же эта фура идет? 80, наверное, или 85. Так, Скания вроде бы у нас называется, да? Еще 50 километров нам нужно успеть. Вы видите, поля засеяны, все как надо, дороги отремонтированы хорошо. То, блин, на Украине я по телеку смотрел, там такие дороги. Ну, на Украине само по себе оно то интересно, но, блин, конечно, там дороги такие охрененные, я вам скажу. Побитые, поломанные тут асфальт, блин. Всюду бугорки какие-то, ямы эти, что асфальт выломан. Ну, а здесь, как вы видите, дорога ровненькая, отремонтированная. Устраиваемся.
начинаем дальше, что не зацепить ничего. Горы всякие такие, да. Ну как-то, небольшие здесь горы, однако, такая местность, сама по себе прикольная. Здесь даже светофора нет. Давайте сфоткаемся. Там берем. Все. Так, сейчас тут будет поворачивать. Сейчас посмотрим, тут будет поворачивать. Спокойно 50 километров. Там где-то наверное строительство какое-то, да? Или чё? Погнали. Так, мост. Что у нас там внизу рельсы, да? Ну, блин, как-то неудобно в этой кабине. Добро пожаловать в Валбург. Ну, хорошо. Здесь нужно повороты подключать, чтобы как бы аварии не случилось. Здесь идем какой-то. Ну, город сам по себе-то не маленький, ребята. А, блин. Ну ладно, сейчас развернемся. Я просто сильно посмотрел. Хочу немножко нарушить. Блин, куда ж ты прёшься-то? Блин, встал, даёшь дорогу таким. Стой, пока проедешь, там не едешь. Thank you.
угол зацепились. Так, блин, здесь сейчас, блин, дрон ломаем. Хорошо, ребята. Так, всё. Показать результат. О! Ни одного нарушения, ребята, представляете? Я сам удивлён. Это так не при всём, как я взял. Нарушений много было. Ну, а на этом, ребята, я с вами прощаюсь. С вами был Дмитрий Кэй. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Смотрите те видео, что на канале, смотрите те, что будут выходить. Всем пока-пока, до новых встреч.